Армысыз көрермен, эфирде күндерек бағдарламасы, студияда Алиса Аманова. Рика телеарнасы сіздерге 23 маусымда болатын мәдени іс-шаралар мен премьералар туралы ақпарат ұсынады. Бүгін Назарбаев атындағы мәдени саябақта 80-ші жылдардағы ретро әндер үрмелі аспаптар оркестрінің би кеші өтеді. Басталуы сағат 19:00. Локомотив кинотеатрындағы жаңа фильмдер туралы ақпаратқа назар аударыңыздар. Жұмот фильмі. Фильм Франсуа Готье есімді музыкант жайында. Нақтырақ айтсақ, оның ерекше мінезі туралы ол өте сараң. Кейіпкеріміз үшін әрбір шығын үлкен қайғымен тең. Алайда Франсуаның өмірі 16 жастағы қызы бар екені белгілі болғаннан кейін күрт өзгереді. Сараң кейіпкеріміз әрі қарай қалай үнемдейді фильмнен көре аласыздар. С вас 12 евро 88 центов. Нет, у меня вышло 12 евро 85 центов. Придется вам все пересчитывать повнимательнее. Вперед. Ну бросьте, вы серьезно? Девушка сделала ошибку. Все на свете делают ошибки. Некоторые люди просто невыносимы. Дэнни Бун. Годен до 2006. Ты все такой же жадный? Вовсе нет. Вспомни, как ты бросил меня накануне дня рождения, чтобы не дарить подарок. Это совпадение. Сколько на моем счету? 248 596. Я должен экономить. Ну, вы и так экономите. Недостаточно. Он ни с кем не считается. Пропустили автобус. За те налоги, которые я плачу, я должен ездить бесплатно. Может быть, поужинаем вместе? С удовольствием. Даже с девушкой. Он пригласил меня на ужин. О, нет. Что такое? Не забудь взять свою кредитку. У вас есть что-нибудь с крабами? Салат из крабов. Ого, а можно заказать половину порции? Или не класть туда крабов? Самая жадная комедия лета! Хватит трезвонить! Я ваша дочь! Использовать до апреля 64. Почему ты не сказала об этом раньше? Не сказала, что ее отец самый большой жмот в мире? У меня нет для тебя места. 100 евро в неделю. Это, конечно, хорошо. 120? 140. Хорошо. Душ максимум 2 минуты. Наверное, ты... Что это? Борец за экологию? А почему бы и нет? А режиссер направо налево. Что ей от меня нужно? Может быть, лучше узнать вас? Вы очень наивны для банкета. В жизни бывают моменты, когда не остается ничего, кроме как платить. Какой идиот. У меня есть к тебе просьба. Жмот! Очень вкусно, но я наелась. Ничего страшного. Доедите дома. У вас нет с собой пакетика? Назарларыңызға 23 маусымға арналған ауарай мәліметін ұсынамыз. Мартук ауданда ауарай 26 градусқа дейін. Жылыйды, күн бұлтты болады. Алғада жаңбыр жауады, сынап бағанасы 27 градусты көрсетеді. Хырымта ауданда күн 27 градусқа дейін. Жылыйды, күн жаңбырлы болады. Бадамшада сынап бағанасы 24 градусты көрсетеді, күн бұлтты болады деп күтілуде. Және Шалқар ауданда сынап бағанасы 31 градусты көрсетеді, күн жауын шашынсыз болады деп күтілуде. Рика телеарнасы ауырай қандай болмасын сіздерге көтеріңкі көңіл күй тілейді. Студияда болған Алиса Аманова. Келесі жүздескенше.